Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Оникс. С вами Алла, и сегодня мы поговорим о Кжельском ярусе. Отправимся на 300 миллионов лет назад в каменно-угольный период. Каменно-угольный период по-другому называют карбон. Он является предпоследним периодом палеозойской эры и берет свое начало около 360 миллионов лет назад. Продолжался он около 60 миллионов лет и закончился 300 миллионов лет назад. Уровень моря часто менялся, поэтому среди отложений карбона в Подмосковье есть и отложения суши, и устья реки, и морские отложения. Москва и ее окрестности 350-200 миллионов лет назад находились в области Мелкого моря глубиной 50-200 метров. Это Московское море покрывало всю Европу. Особенно много здесь было кораллов, губок, мшанок, брахиопод, морских ежей, морских лилий, а также одноклеточных раковинных фузелинит. Скелеты животных скапливались на дне, давая начало известнякам. Здесь, в Раменском округе, недалеко от платформы 55-й километр, и также недалеко от города Кжель, находится знаменитый на весь мир Кжельский ярус. Так называется обнажение горных пород в стенке известнякового карьера. В 1890 году ярус был впервые обнаружен и описан русским геологом Сергеем Никитиным. Теперь геологи и палеонтологи всего мира называют временной отрезок в истории формирования Земли Кжельским ярусом. Этот стратотип получил статус уникального памятника природы, и благодаря ему ученые смогли открыть 30 новых видов представителей фауны, в том числе и знаменитый коралл Кжелия. Кжелия – это род четырехлучевых кораллов. Довольно крупные одиночные ругозы размером до 3 сантиметров, может даже больше размер встречается, имеющие форму рога или узкого конуса. А вот и первые признаки жизни. Окаменевшие одиночные кораллы, ругозы. Не самый, конечно, лучший образец, но по крайней мере видно. Возможно, это и есть коралл Кжелия. Вот он должен быть, вот этот его разрез, то есть он должен идти вот туда, вот конусом вниз. Всего выделяют около 12 слоев в стратотипе. Первый, самый нижний слой, это белый известняк, фарфоровидный, трещиноватый. Имеет внутри себя шарообразные стяжания размером до 15 сантиметров. И принадлежит этот слой Крусавкинской свите Касимовского яруса верхнего отдела каменноугольной системы. Слои со 2 по 9, если считать снизу, после Касимовского яруса, принято считать Кжельским ярусом. Второй слой – это тонкий слой зеленой глины и тоже не очень большой слой красной глины. Третий слой снизу – это бурый доломит. Даже на видео хорошо видны пустоты от гастропод и моллюсков. Четвертым слоем считается известняк доломитизированный, буро-коричневый, в котором встречаются как раз-таки раковины фузулинит. Пятый и шестой слои – это известняк. Если пятый слой – это желто-серый известняк, то шестой слой включает в себя конкреции светло-коричневого кремня. И посмотрите, вот очень интересное образование. Это похоже настоящая ветка дерева каменноугольного периода, распиленная, и от нее отходит сохранившаяся идеальная веточка этого дерева. И часть этой ветки – это как раз-таки и есть конкреция кремния. Очень интересное, красивое образование, очень интересная окаменелость, безумно красивая. Я думаю, нам повезло, что мы здесь такое увидели. Действительно, почти нетронутая ветка дерева периода карбона. Седьмой ярус – это Мергель.
желтовато-бурый и глинистый известняк с волнистой слоистостью, в котором встречаются мшанки, брахиоподы, кораллы. Дальше идут 8, 9, 10, 11, 12 слой, который как раз-таки там и глина, и часть известняка, и песок, и уже суглинок. Но, к сожалению, за оползни это настолько все засыпано, перемешано, что вот четко сейчас разграничить, я думаю, будет это проблематично. Ну, в общем, пока дорога находится сверху, ничего хорошего этот стратотип не ждет. Потому что вот оползни, вот раз оползень закопал стратотип, с другой стороны вот еще один оползень. И думаю, скоро памятнику природы придет медленный и печальный конец. Дорогу сверху уберут вряд ли. На чернокопателей, которые его долбят, списывать все бесполезно, потому что один удар кувалды не разрушит этот стратотип так, как разрушит его оползень и дорога сверху. И все это выглядит печально на данный момент. Не знаю, как всему миру, но, похоже, России уникальный памятник природы совершенно не нужен. То есть в кольце коттеджей, в окружении дорог стоит поле. И, собственно, в этом поле, прямо под дорогой, стратотип Жельского яруса, памятник природы. Ну а вот, похоже, и местные закопушки, где можно копаться, ковыряться, не руша объект национальный, не нанося урон, хотя он уже нанесен, наверное, непоправимо, памятнику природы. Вот здесь попробуем покопать. Вот они, стебли морских лилий в породе. Очень красиво, прям звездочками. Ну, красивая мохнатушечка сидит на фузулинидах. Надеюсь, что она живая. Она живая, она просто заснула. А мы наконец-то нашли раковины фузулинид, которые похожи на такие рисинки вон там вот внутри полости. Фузулиниды – это отряд простейших. Они имели крупную около 1 см многокамерную известковую раковину, вытянутую по оси навивания. Раковины были либо в форме веретена, либо шаровидные. Фузулиниды вели свободный бентосный образ жизни. Вот они под увеличением, как выглядят, и также строение вот такой вот фузулиниды. Вообще микроскопическая, но настолько здоровская жода. Вот она. Совсем малюсенькая, но красивая. Сверху кремень, все как надо, там кварц. Это похоже на стебель лилии. Но вообще в этих закопушках мало что можно найти. Так, в общем, что просто отвалы какие-то. Поэтому пойдем посмотрим, что нам покажет Гжельский ярус. Еще одна точка, которую нам показывает навигатор на этом чудесном поле. Ну, собственно, вот это навигатор определяет как Гжельский ярус. То есть это такие ямы посреди поля в размере, ну, нескольких штук, где вот выходят на поверхность тот самый ярус. Люди его пытаются копать, пытаются что-то найти. Особо таких находок хороших здесь, я думаю, нет. Ну, покопались мы немножко, посмотрели. Нет, достаточно мертво. Что-то найти можно, но все очень сильно заросло. Если бы не это, наверное, бы все было не так печально. Эти ямы используют местные жители под свалки такие свои маленькие, несанкционированные. Ну, строительный мусор, бытового пока не видела, всякие стекляшки, деревяшки. Но все равно печально, печально. А вот, собственно, что делают местные жители, которые против тех, кто с молоточками, с памятником природы. То есть вон там уже заборчик возвышается чего-то, здания какие-то промышленные. То есть, собственно, если бы официально у этого поля чудес не было бы статуса памятника природы, это была бы уже городская свалка. В
Вторая палеонтологическая точка Гжельского района – это глиняные карьеры Гжельского кирпичного и керамического завода. Именно из этой глины делается знаменитая гжельская керамика. Гжельский глиняный карьер в деревне Коняшино затоплен, но рядом слева разработан второй новый карьер с глиной каменноугольного периода. Серо-зеленая марганцевая глина перемежается здесь с красными железистыми слоями, создавая нереальные фантастические марсианские пейзажи. Сверху глина перемежается тонкими слоями известняков и черными глинами. Здесь, предположительно, было устье крупной реки, впадавшей в море. Что странно, следов окаменелости животных и растений в глине не обнаружено. Видимо, это была заиленная дельта реки. Потом море пошло вглубь суши, и более поздние слои, которые ближе к поверхности, сложены уже известняком, где встречаются отпечатки раковин двустворок брахиопод. Причем двустворок гораздо больше, что нетипично для карбоновых отложений Подмосковья. Вот такой замечательный, даже не отпечаток, замечательная окаменелость мы сегодня нашли на карьере. Это просто большая удача, это не значит, что они там рассыпаны. На самом деле карьер достаточно мертвый, вот этот новый. Но похоже на гастроподы. Если я ошибаюсь, пожалуйста, напишите в комментариях, что это такое. Примечательно, что эта гастропода находится на фузулинидовом известняке. То есть фораминифера из фузулинида так много и часто размножались, так сильно размножались, что их количество было настолько огромным, что вот они собой образовывали вот такие известняки. Прощаемся с карьером. Да, прощаемся. Вот в карьер ведет вот такая замечательная дорога. Ну, а дальше уже как Бог на душу положит и кривая вылезет. Что грязь там, конечно, по колено. Товарищи, в такие места берите сапоги. Это бесплатный бонус-совет. Спасибо всем, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи с вами в наших следующих видео. И помните, интересное не так далеко, как кажется.